Привет, мальчики и девочки. Давно не брали мы в руки шашек. А именно, не было у нас, ребят, давно группового собирали. Значит, какие страшилки, как всегда, какая интрига нынешнего, ребят, выпуска. Значит, первое, у нас настоящий грузин. Ребят, серия Ранина, настоящий грузин. Ребят, Кахети, естественно, и Гурджани. Гурджанский винный завод, ребят, то есть прям... Из самого сердца Кахети, если верить. Вторая страшилка какая? Это, ребят, Солнечная долина. Но она у нас, ребят, как всегда, как правило, у них идет мешка. Поэтому будет 85% Сапирави, 15% Кефесия. Следующая ужасная новость. Вот этот образец от Мельстрим. Да что ж такое-то? Образец от Мельстрим, ребят, с такой этикеткой почему-то наблюдается только полусладкий вариант. Сухого, ребят, нету. Не знаю почему, временно пропал, может не временно, не знаю, будем смотреть. И четвертый интригующий момент, который у меня, ребят, в руках. Это, ребят, Сапирави от Шато Тамань. Я с опаской отношусь к Шато Тамань, это известно. Но в данном случае, да, резерв. В данном случае боюсь, что это, ребят, Сапирави у нас северный, да? А северный, сколько вот нас было, он был всегда блеклый. Поэтому такая вот есть интересная интрига. Так, значит, что там по пробкам? Georgian Wine. Простая прессованная. Мильстрим. Брендированная прессованная. И более-менее симпатичные по качеству Шато Тамань. Прессованная, брендированная, вот слегка промокшая, на 1/6 пока. Ну, в принципе, нормально, ладно, показатель. И вот такая брендированная, как всегда, Солнечной долины, хорошего качества, Twin Top. Так, ну что, ребят, приступаем. Значит, очень большие риски и интерес, ребят. Значит, давайте так сделаем. Первым у нас идет грузин, чтобы прочувствовать Грузию, если она интересна в принципе. Значит, второй, думаю, что сейчас подумаем, Мельстрим. Хорошо, Мельстрим пробуем, он самый у нас дешевый. И все, где-то они, ребят, 500-600 все обычно сейчас стоят приблизительно. Мельстрим дешевле. Шато Тамань. Ладно, третий Шато Тамань, посмотрим, что у нас там. Думаю, самый мощный. Да еще с добавкой кефеси, поэтому будет замыкать Солнечная долина. Так, что мы тут имеем? Грузин полупрозрачный. С очень интересным ароматом. Даже сейчас не соображу, что там мы имеем. Так, надо же. Солнечная долина. Ярко выраженный аромат молодого вина, невыдержанного. Сортовой Сапирави, возможно, как вариант. Так, как ни странно, ребят, это круто и неожиданно от Мельстрим. Животный тон, яркий животный тон в молодом вине. Вот это интересно, неожиданно. Такой мощный нос. Так, Шато Тамань. Похоже, Шато Тамань, похоже с Мельстримом. Интересно. Очень интересно. Может быть, чуть-чуть здесь побольше, но хороший Шато Тамань. Чуть-чуть тон дерева, может быть, чернослив. Ну-ка, так, носы интересные. Господи, что это за аромат? Ребят, аромат чего-то... Ужас какой-то. Ничего-то не тухлого. Интересно. Ладно, будем считать, что это некий животный тон. Причем на определенном расстоянии. Вот впервые вижу такую концентрацию. Забавно. Да, ярко-молодое. Не очень мне приятный аромат. Не факт, что прям Сапирави. Ладно, пока самый слабый нос у Солнечной долины. Так, а грузин интригует. Ребят, с него начинаем? Обалдеть.
Обалдеть. Что же это такое, а? Вот, ребята. Какой интересный аромат у него. Ладно, поехали. Грузин. Гурджани, Кахетия. Да, брал его, значит, брал его где? Ну, это я думаю, что везде, везде есть. Вот это я видел только в карусели. Наверное, в сети X5. Солнечная долина у нас, естественно, масса где бывает. Возможно, вот в Мильстриме ее и брал. Это понятно в Мильстриме, но брал год, скажем, полгода она у нас где-то все это лежало. Это тоже вылеживалось в подвале полгода. Так, ну. Господи, какой интересный аромат. А знаете, вот чем похоже, знаете, наверное, когда проводятся малярные штукатурные работы, пахнет еще штукатуркой сырой, вот как такой, малярным каким-то делами, вот, но ни лак и ни краска. Вот, наверное, так. Легкий животный тон, забавный, забавный совершенно аромат, ни ранее не встречаемый нигде. Да, значит, 19-е года, 19-й, 19-й, 20-й, 18-й. Ну, поехали, настоящий грузин, обалдеть. Ребят, аутентичный, интересный вариант. Очень интересный вариант, ребят. По ощущениям, похоже, наверное, вот, ребят, когда-то такое было грузинское вино. Скажем, значит, легкое тело, но ярко выраженное, ребят. Вот не ощущение, опять, не квеври, но ощущение мезги, косточек, виноградные косточки, прям именно раздавленные виноградные косточки, может быть, гребни даже, гребни нет, но вот, да, мезга. Такое ощущение, что выдерживалось вот на мезге, и ощущение, может быть, квеври, такой девственный какой-то рот, вот этот специфический аромат, очень интересный вариант, танин вот такой вот косточковый, ребят. Очень забавно, ребят, просто забавно. Значит, берите обязательно. Можете в комментариях написать, что же вы там, ребята, ощутите. Еще раз, поподробнее, нигде, говорю, не встречал. Видел только в карусели. В карусели видел. Ладно, дату потом посмотрим. И ценник, а может быть, давай прям сразу, ребят, ценник. Что у нас там ценник? Да, 450 был куплен по желтому, 600 по реальному. 14.09.21 дата. Потрясающе. Очень забавно. Ладно, посмотрим, что у нас, ребята, ждет дальше. Так, дальше у нас по плану. Что мы сказали? Мильстрим. Мильстрим. Так, еще раз нос. Да, да, вот этой штукатурки специфический. Может, животный тон. Такого носа я нигде не встречал, даже близко. Даже близко, да. Малоприятный, просто ягода молодая. Чуть-чуть подугас. Животный тон очень спокойный. Здесь то же самое, да. Но чуть более густой. Чуть более густой. И цвет вина, наверное, здесь самый плотный. Так. Ну что, поехали, Мильстрим. Так, интересно, слегка интригует за эту цену. Да, Сапирави, наверное, аромат сортовой. Поехали. Можно поздравить Мильстрим. Удачный, ребят. К вопросу к скептикам, да, кто на Мильстриме поставил крест.
хороший, отличный, думаю, что гастрономичный, проверю, сегодня окорок у нас есть с жиром, гастрономичный, я, да, молодой, конечно, конечно, без выдержки, молодое вино, тоже девственный чистый вкус, ощущение сливового джема, с повидла, наверное, даже, повидла тоном идет. Послевкусие среднее, танин естественный. Вот можно им даже, ребят, слегка наслаждаться. Ощущение такого натурального вина. Да, вот, ребят, у нас был, ссылку оставлю внизу, внизу у нас было сравнение Мильстрим Селлар и Фоногорей Крюлемонт. И, казалось бы, наверное, для кого-то из вас Крюлемонт должен был победить. Нет, выиграл Мильстрим, и именно с ощущением, пусть мягкого, какого-то неяркого, но вот ощущение настоящего натурального, ребят, вина. Вот ощущение мне лично Мильстрим дает частенько такие, есть удачные образцы, то вот такое вот, ребята, ощущение. Так, ну-ка этот грузин-то. Слушай, какой устойчивый аромат. Блин, то, что его химичат, ну, вряд ли, потому что кто-то, ребят, я извиняюсь за выражение, я бы назвал, кто скажет, что это вонь, воняет. Такой, говорю, очень на любителя, может быть, сырами даже, вот, кстати, может быть, сыр, с какой плесенью неизвестно, может быть, синий, вот что-то такое, сырно-носочная тема, ребят. Да, вы поняли, да, сыр и, значит, нестиранные носки с портянками. Вот, может быть, такой аромат какой-то специфический. Интересно, интересно. Вот прикуплю еще, не думаю, что это брак. То есть, если я увижу, конечно, если я, конечно, увижу. Шахир, вот, кстати говоря, кависту я обращаюсь, но в Риге. Оставьте для меня вот такую бутылочку, если она еще есть, припасите для меня. Может быть, парочку. Возьму еще раз... Шухрату, извиняюсь. Посмотрим, насколько это интересно, да, и будут ли не отличаться. Так, ну что, боюсь. Шато Тамань, ну, аромат благородный, такой хороший, с выдержкой. Поехали. Ну что, тоже поздравляю Шато Тамань. Наконец-то первый экземпляр от Шато Тамань мне, ребят, понравился. Понравился. Густой, благородный, с длиннейшим послевкусием, с длиннейшим. С оптимальной кислотностью, где-то по средней границе. Посередине, что называется, точнее. Танин ненавязчивый. Сортовой, органолептика сортовая. Хороший, сбалансированный, ребят, экземпляр, удачный. Да, да, ну и, кстати, вот 18-й год, опять, ребят, кстати, сейчас вспомнил, 18-й год у нас был самый удачный. Может быть, вот в этом секрет, в том числе. Удачный экземпляр, ребят, рекомендую, дату назову. Что-то хотел сказать я такое интересное. Ну и да, ребят, и все-таки вот для многих, не знаю, вот для многих россиян, скажем, вот Сапирави, точнее, для любителей... танинных всяких вин и выдержанных. Все-таки Сапирави это король вин. Король вин, конечно. Вот здесь максимальную концентрацию мы, как правило, находим всего. Вот в данном случае, ребят, пока вот три экземпляра как минимум интересны, я бы сказал, удачные. Вот Сапирави, видишь, как вот повезло. Что интересно. Так. Ну что, да, не очень приятный запах молодого вина. Добавился пыльный тон. Пыльный, ребят, он же землистый, да, для кого-то. То запах пыли не очень представляет, а запах земли, не факт, что прям сырой, ну такой малоприятный. Ну поехали, значит, 15% кефеси здесь.
Так, ребят, морда моего лица, конечно, выдала, да, самый простой, с какой-то завышенной кислотностью. Ощущение слегка водянистого тела, даже не тело вина, оно-то может среднетелое, какой-то водянистости и молодой ягоды. Так, ребят, ну давайте, как это ни странно, ребят, это, мне, наверное, кто-то даже это не простит, давайте скажем, что самое последнее, точнее, самое последнее, оно единственное, последнее место у нас, ребят, сегодня занимает Солнечная долина. Я, да, эта линейка, в принципе, у них все это удачно, но, ребят, не в этот раз. Не в этот раз. Ой, такое же внутреннее содрогание у меня сейчас. Так, давайте сразу по дате назовем. Да, значит, была куплена 450 по желтому. Да, 550 по белый ценник. Дата, ребята, дата. Как же хреново они пишут, Солнечная долина, а? Я их предупреждал, блин, ребят, ну кто так пишет, а? 24.01. А вот какого года? Хрен понятно, 21-го. Вообще не видно, ребят. В комментариях напишу конкретно, что вот это за партия. Можете попробовать взять на пробу конкретно ее. В аннотации под видео, читайте обязательно. Мы там оставляем, как я вам говорил, наши, да, конечные итоги. Так. Да, Солнечная долина, значит, проигрывает. Так. Ну что, с этим всем понятно. Мельстрим удачен, я думаю, что в силу цены однозначно хороший вариант. Так, ну-ка, еще разочек мы грузина. Да, вот этот специфический, очень специфический, немножко слегка мало интересный, я бы сказал, чем малоприятный аромат. Даже запах, даже непонятно вообще что. Кошмар. Что это, ребят, за аромат? Ну, поехали еще раз. А, знаете, может быть, что это за еще за аромат такой? Я бы сказал, запах оксидации. Может быть, такой момент, вот как бы бывает заветренная. Вот емкость, например, стояла, да? Не то, что она подкисла. Вот заветренное содержимое, может быть, вот эта вот мякоть заветренная, чуть получается как бы состаренная, не то, что подтухшая. Вот не знаю, назвать это браком или нет, но вкус вот такой, все-таки вкус нормальный, более-менее интересный. Ребят, я растерялся. Солнечная долина мне сбила прицел. Сбила. Я прям разочарован. Кислотность сейчас подубила во рту ощущения. Поэтому такое, получается, на такой интригующей ноте вынужден заканчивать. Все вышесказанное остается в силе, ребят. Первоначальное. Значит, да, год мы здесь не выяснили. Я напишу, его ни хрена не видно. Они желтым, еще раз говорю, идиотизм писать желтыми цифрами на белом фоне. Это, ребята, кто вам придумал такую хрень? Вообще непонятно. Так, Мельстрим 22.09.20, если достанете, да? Дата розлива. Год 19-й. Говорю, в продаже пока не встречал. Может быть, если что-то новое, новенькое у них выйдет. Вот. Значит, Шато Тамань, поздравляю, отличный 18-й год. Конкретно дата 15.02, ребят, 21-го. Вот это можно брать и, возможно, брать даже вот на выдержку, на хранение. Ну, естественно, с таким потенциалом. Все, ребят, да, напоминаю, что у нас выходят шорты. Обязательно их смотрите, потому что они теперь являются, как правило, аннотацией к тому, что, ребят, мы будем дегустировать в ближайшее время. Ну, в ближайший месяц, как правило. Все, ребят, спасибо за просмотр. Пока, до встречи на нашем канале.